Детская вокально-хореографическая студия Государственного концертного зала Башкортостан «Ассоль». Руководитель Светлана Андреева. Отличник образования республики. Хайрли кун, хурматли тамашаслар, матурлыкты күре һәм тоя белүселәренең барыгыдылы гүзәлкәй матурлык һәм һәләт конкурсында ихлас күңелдән сәләмләйбә. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас этим весенним днем в этом прекрасном, уютном зале Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Сегодня мы рады сообщить вам о финале ежегодного конкурса «Творчество среди женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» «Гузелькай», который проходит уже в четвертый раз. Друзья, скоро, совсем скоро произойдет волшебство. На сцену выйдут 8 очаровательных женщин-мамочек прекрасных детей. Интересно, что ощущает женщина, которая идет на конкурс? Наверное, самое главное то, что она открывает свою истинную красоту и нераскрытые таланты – это как бы олимпиада для нее. Ну и, конечно, самое главное достижение – это ее дети, которые тоже появятся на этой сцене. Так давайте же поскорее пригласим их и восхитимся красотой и талантом. Встречайте, участниц 4-го открытого республиканского конкурса красоты и таланта «Гузелькай 2017». Гуля Усманова, Миякинский район, село Киргиз-Мияки. Альфия Шакирова, Салаватский район, село Мурсалинкино. Фанзиля Зарипова, Нуримамский район, село Красная Горка. Не жалейте бурных лыцмен, друзья. Регина Абзалова, город Учалы. Светлана Саитова, Альшейский район, деревня Идрисова. Айгуль Айдарова, Кигинский район, село Верхний Кигин. Разифа Арсланова, Кармаскалинский район, деревня Мурзина. Ну и встречается Гульшат Гимадова, город Уфа. Дорогие зрители, многоуважаемые жюри, перед вами во всей красе представлю все наши конкурсантки. Да, и здесь по сценарию написано «Бурные аплодисменты». Да нет, друзья, я говорю «Бурные аплодисменты». Вот так намного лучше. Спасибо. Давно не приходилось бывать на таком вкусном, таком уютном, таком красивом мероприятии, таком домашнем. Но я думаю, что конкурсанткам ни насколько не легче, что он такой домашний. Все равно они волнуются не меньше. Желаю вам всем удачи. И хотелось бы сказать, что с рождением ребенка считается, что самая главная задача мамы – это ребенок. Ее главная функция – это мама. Но все мамы в то же время остаются красавицами, умницами, замечательными хозяйками. И сегодня им предстоит нам это все показать. Спасибо вам большое, ждем. Добрый день, дорогие зрители и уважаемые жюри. 12 лет тому назад мы переехали из Узбекистана, из Хорезмской области, города Хива. Белорусская мать моя, а папа мой узбек. А кто ж по нации-то я? Не знать, наверное, мне вовек. А если о своей семье? 4 сына у меня, и дочку Бог мне дал. От сыновей, внучек.
внучата у меня, а 6, ой, 7, да, в феврале 7-я родилась. Похвастаться хочу я перед вами, могу я петь и танцевать. Хотите белорусский танец? Могу узбекский станцевать, и по-татарски я могу, вы только посмотрите. И с работы я дружу, я без дела не сижу, встаю я очень рано, хлеба много я пеку, ведь семья у меня большая, и жюри я угощу. Занимаюсь я зарядкой, расчищаю снег лопаткой, встать на лыжи не боюсь, если надо, пробегусь. Полю с утра цветы в своем саду, они цветут так пышно мне на радость, ведь я с детства приучена к труду. Домашние дела мне совсем не в тягость. Могу я много говорить, но не хочу вас утомить. Вот такая я любящая мать, надежная подруга и любимая жена. Спасибо! Спасибо огромное. Это была Гуля Усманова. Но мы приглашаем Альфию Шакирову. Салаватский район, село Нур-Салимкино. Также бурными аплодисментами. Добрый день, уважаемые жюри, приглашенные гости. Рада всех вас приветствовать в этом уютном зале. Передо мной задача не из легких предстоит. За 3 минуты жизнь свою представить, семьёю познакомить и таланты все раскрыть. Вам всем понравится, а может быть, кого-то удивить. Альфия зовут меня, отроду мне много лет, но привычек вредных нет. Оценки высшие имею, еще я многое умею. Вязать, готовить, вышивать, кроить, плести, танцевать. А еще я дважды мама. Дети, моя жизнь, отрада. Вместе любим рисовать, шить, кроить, лепить игрушки, разводить цветы в горшочках, а потом друзьям дарить. Я сегодня бы хотела всем здоровья пожелать, благополучия вашим семьям, детям маму уважать. Ну а мамам всем удачи, да мешок счастья вам в придачу. Посмотрите на экран, свою семью представлю вам. Thank you.
аплодисменты была Альфия Шакирова. Давай еще раз поаплодируем. Приглашаем в Наримановский район, село Красная Горка, Фанзеля Зарипова. Аллада ты вошла, Емеле, то нашудар шла и вошла на. И венмрену срошу ладухтар, кумелькеем шла и шатлана. Хайрликен, аллада хырмекле тамашаслар, мюхтерем жюри, кадирлив гзелькейдер. Ми Зарипова Фензеля была, хызур табиғатлы, йылға күлдерге бой, кунақсыл Нуриман районынан бұл. Эссе, ниндей бейіп есім, немегеде эссе бұлуға, қотың-қыдың бітті матурлығы, гүзеллігі эссе бұлуда. Мин бәғітлі эссемін, бірігінден біріге матур, инсафлы ике қыдым, ике келесегім бар. Азалия қыдым, Яңауыл қалаһында мүмкінсіліктері сикленген оқушыларды коррекциялау мәктеп-интернатында икенсе сыныфта білім ала. Ул шиғыр, әкиет сөйләргә ярата, йырлап та ебәрә. Балам күптән түгел, табиғат уртап йыртыбы шиғыр һөйләүселәр бәйгеһендә беренсе урын алып ҡыуандырҙы. Уңыштар теләйем үҙенә. Бәләкәсем Ләйлә быйыл мәктәпкә барырға йыйына. Икенсе йыл рәттән балалар сәнғәт мәктәбенең хореография күлегендә шөғөлләнә. Шиғыр һөйләргә, йырларға, һүрәт төшерергә әүәт ул. Ике қызым, ике гүлім, язмышымдың біләгі, күз нұрдарым, пар қанатым, келесегім, тілегім. Итак, дамы и господа, встречайте участницу под номером 4, Регина Абзалова, город Учалы. Данил атайдан, Регина исемен алыр, мин тауғанмын дөньяға. Учалы тауған қала, үскән қылдарым яйын, үз алып кремәл қалыма, дәп табып бар қалқымдан, ұрғанып ел күгіндә, ешәйім ғайләнімдә. Үки балам жақты ебә, ай менен қояш болып, янымда тормош иптәшем, аласындай йөрөй осол. Игелек мине йондыллыгым, арытлан йылында тыңдым. Кылыл, матур, гүзәлмен, хәстәрлекле әсәймен, егәрле уған киленмен, тоғры күйіклі қаттым, офта ойыштырылсы һәм бар яқтан да килгән.
Фарид Умчанның матур-матур үксескелері әм батырлигеті. Рахмат. Итак, продолжаем. Встречайте участницу из Альшеевского района. Деревня Идрисова, Светлана Саитова. Ваши бурные аплодисменты. Ұраным ата, ағасым қойын, Искен хұлым дин, тамға хенек, Құршығымыз қарсыға, Хау мұхығыз қадірлі қунақтар, Хау мұхығыз жүрі ағзағы. Мен Светлана Саитова, Әшей районның Идрис ауылы қызымын. Мен ұрыу башқұртына қарайбыз біз. Менің ауылым бейік тау итәгінде орлашқан. Ә тауыбыздың есімі Қашқа тау. Ә ауылыбызды ұртаға бөліп Құрхақ елғағы. Аға, мен ұшы Құрхақ қыуын әсіп, өттім ұшы ауылында, әм әлі ұшы ауылда янып кейіп, ешәп ятамын. Мен өзіміздің ауылда білекейден тұлып өзгес, ұшы ауылымды бік нық яратып, ауылымды ташап кетәхім келмәні. Әліге күнге қадарым ұшы ауылда ешеп, ешеп дүния күтіп, мал туар атырап, екі бала өстіріп, ешеп ятамын. Менің екі пар, екі балам, екі қанаттым, бірі ұлы қызым, Илгиер, ол бүгіуі Башқұр дәулет университетінің үшінші курсында математика факультетінде оқи. Әкесі ұлым Айбулат, ол Ғафри районының Табын ауылының коррекция мектеп-интернатында оқи. Екесі де менің оңған балаларым, ақылы тырыш, алар менің қанаттым. Бұл конкурсқа келіп, мені рахаттан бұлмады, бұл қадірлі тамашысты. Молда басып тұрамын. Менің көз алдымда бүтә тұрмышым келіп басты аяғасы болды көз алдыма. Не үшін дегенде мен яңғызым екі баланы өстіремін. 30 яштан тұл қалдым. Бүтә ауырлықтарды бұтты өзі кесіп өттім. Ұшы балаларымды аяққа бастырыр үсін. Өстірір үсін. Мен еңіл болманы мене бұл. Ел дегенде бұла. Нұш, ләкен бірінде қаршылықтар қала. Берішмейінсі, мен әлігі күнді ауылдың старыстығымын. Шафрақ ауыл білемәнің депутатымын. Райында ағынедер ұйышмағының ағзағы болып тұрамын. Әмінді райында тамаша театры, қалық театры тамашағында актрисі болып ереймінді. Әмінді замана фольклор түркімінді әлі қатнашамын. Ана ғына ұлатышты бір, мен өзім республикала демсілік үшін алып барамын. Аллаға шүкір, республикала ұндан артық барым бар. Өзім яңғыз болғанда, яңғыз барларды ешемәхін дейіп, өзім барлар ұйыштыр берейім. Шының үсін, менің екі балам болуы, мене алар екі қуаныз. Шының үсін, өзімізге үйленіп, қаулық тіліп, алдаға ғымырге үміт етіп, рәхетленіп, ешейік. Қарды шәп қатын дебіттәр менің Светлана Саитова. Бұрақмат, нәрі дефилердейіп, яуланы қаттау. Итак, дамы и господа, встречайте участницу под номером 6, Айгуль Айдарову. Гигинский район, село Верхний Гигин. Меня зовут Айдарова Айгуль Мавлетьяновна. Я родилась
под счастливым знаком близнецы. 18 июня 1978 года. В Кигинском районе, село Верхний Кигин. А то, что я родилась под годом лошади, это не говорит, что я не боюсь работы. Конечно же, я не боюсь работы и, конечно же, трудностей. Я люблю жизнь, жить и радоваться жизни. Конечно же, обязательно с моими четырьмя прекрасными, умными, счастливыми детьми. Вадим, Илинка, Денислав и Айнурчик. Когда мне предложили выступить на конкурсе таланта, красоты и таланта Гузелькей, именно дети мне сказали, что я достойна этого звания. И я приложу все усилия, чтобы победить сегодня, потому что перед вами пионерка, спортсменка, умница и просто красавица. С любовью ваша, Айгуль Айдарова. Наталья, спасибо огромное. Ваши дети были правы. Вы на самом деле достойны, да, ведь, дамы и господа? Итак, встречайте участницу под номером 7, Разифу Арсланову, Кармаскалинский район, деревня Мурзина. Хайырлы күн, мөхтәрәм тамашасылар, жюри ағзалары, һаумыһығы! Сәләм менән башлайым үҙемде, таныштырам тиеп сығып баҡтым, ләкин ауыр икән маҡтау үҙеңде. Ҡырмыҫҡалы районынан Рәзифә Зөбәйер ҡыҙы Арыҫланова булам. Иҫ киткес хозур, гүзәл тәбиғәт ҡосағында, Үҙән йылғаһын һыулап ятҡан Бөрйән районы Әбделмәмәт ауылында Зөбәйер һәм Зәлифә Дауытовтарҙың ғаиләһендә икенсе бала булып донъяға килгәнмен. Иртә таңдан ҡара кискә тиклем колхоз эшенән бушамаған атайыбыҙға, мәктәптә йыйыштырыусы булып эшләгән әсәйебеҙгә, ҡултан килгән тиклем ярҙам итергә тырышып, хеҙмәт яратып үҫтек. Атайыбыҙ ауылдың беренсе гармонисы, әсәйебеҙ матур йырлай, ҡумыҙҙа уйнай, әле лә үҙебеҙҙең ауылдың фольклор ансамблында йөрөй. Дауытовтарҙың ғаиләһендә 7 ҡыҙ тыуҙы. Юғары белем алыу теләге ҙур булһа ла, атай-әсәйгә ярҙам булһын тип, Белорет ҡалаһына почтальон булып эшкә урынлаштым. Тормош иптәшемде лә ошо ҡалала осраттым. Яҙмыш ҡушы улар инде, ҡаланы ташлап, ауылға ҡайтырға тура килде. Ҡыҙыбыҙға 1 йәш тулғас та китапханаға эшкә сыҡтым. Икенсе ҡыҙымдың тыуы тағын бер шатлыҡ өҫтәне. Тормош бит ул ҡытыршылыҡтарҙан, һынауҙарҙан тора. Икенсе иптәшем менән көтөп алған ҡыҙыбыҙҙың аяҡтары ауырыу ине. Ут йотоп ултырыуҙар, төндәрен йоҡламай сығыуҙар, больницаға йөрөүҙәр, операциялар, барыһын да үткәрҙек. 3 яштан гына атлап киткән ҡыҙыбыҙға һаулыҡтың иң ҙур байлыҡ икәнен аңлатып үтереү кәрәкмәй. Уның күңеле матур, күркәм йәшәүгә тырышлығы ҙур. Өфө ҡалаһының 13-нсе һанлы интернат мәктәбенең тормошонда әүҙел булыуы менән дә маҡтауға лайыҡ. Урал Батыр эпосында, таланттар йондоҙлоғында, олимпиадаларда, художество телмәр һәм йыр бәйгеләрендә ҡатнашыу һәм башҡалар. Әммә спортҡа нығыраҡ ынтылды Гөлфиә. Коляскалаға теннис,
күңеленә яқын. Республика һәм Россия күләмендә ойыштырылған ярыштарға йөрөп, икенсе разрядқа ия булды. Иптәш булған дип, балалар йортынан мөмкинлектәре сикләнгән кыз алдық. Регина Шулайын коляскадағы теннис менән шөгыльләнә. Икеһенең дә кубок медальдары етерлек. Әсә буларак, кызларыма белем биреү, рәхәт баласак бүләк итеү, үз максатларына ирешендәр өсөн каршылыктарды еңергә өйрәтеү. Үҙем райондың хазына ансамбленә йөрөйөм. Ҡумыслылар бәйгеһендә, республика исеменән Ҡырымда һабантуйҙа ҡатнашыу мөмкинлектәрендә лә ҡулданыш ҡындырманым. Күп итеп сәскәләр үҫтерергә, һыба йөрөргә яратам. Үҙемдә бәхетле ир ҡатыны, балалар әсәһе тип иҫәпләйем. Яҙмышыма рәхмәтлемен. Ғаиләм, яҡындарым һау-сәләмәт булһа, донъям түңәрәк. Йөр йөҙөндә һәр ваҡытта ла тыныслыҡ булһын. Зарланмайық әле бұл тұрмышқа, дүния матырлығын көрәйік. Һәр атқан таң үҙе бәхет бит ул, шөкөр итеп йәшәй беләйек. Итак, дамы и господа, конкурс «Визитка» завершает нас Гульшат Гимадова из города Уфа. Встречайся. Своей, хоть каждый день дарил бы цветы, доброте, да ласку за уют, который создал ты нам. Целый год без глаз твоих. И каждый день я чувствовал поддержку, что в письмах посылала ты. Любовь свою даря. Ты самая лучшая на свете, и я тебя очень сильно люблю. Во всем и всегда я вас поддержу. За мудрость, советы. Я вас уважаю. Спасибо отдельно за сына скажу. Спасибо огромное, семья Гимадовых.
большая дружная семья из города Уфа. Спасибо. А мы приглашаем на сцену артистов, и, как правило, хороших артистов. Итак, на сцене следующий конкурс творческий. По условиям этого конкурса каждая конкурсантка должна продемонстрировать свой талант, показать себя с обязательным привлечением родных и близких людей, детей, супруга, родителей, сестер, братьев, племянников, в общем, на ваш выбор. И самый приятный творческий номер должен заканчиваться демонстрацией кулинарного блюда, творения наших конкурсанток с рассказом о нем. Уважаемые члены жюри, в этом конкурсе вы оцениваете оригинальность номера, артистичность и мастерство его исполнения. Итак, начинаем. Встречайте на сцене участницы под номером 1 Гуля Усманова. Спасибо огромное. Творческая семья Усманова. Давайте поаплодируем. Thank you.
малсылык менен шүгүлдөнгөн якташтарым бик яраткан ризыктары шәңке. Шәңке ул овоч сүтүнөн бешириле. Овоч сүтүнөн беширилген файдалы бик тәмле памырашы.
Регина Абзалова, город Учалы. Аплодисменты. Иртән торып тышқа сыққан, үлән үсәдім менен, үләндәр үсәдім менен, ғұмрым үттәм менен. Эх, юке, 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 яш ғұмір нек дейді үтті, яш ғұмір нек дейді үткенін, әйтсәлі шуыны юке. Қадірлі тамашысылар, біздің башқұрттардың ең яратқан, ең файдалы милли ісімліге Була. Мин буланы бик яратып эшләйем һәм яратып һәргә ошо буланы күстәнәс итеп алып килдем. Буланнан тыш минем үземнең мал туар тоткас, эремсектә эшләйем. Кызыл эремсек һәм шумыртлы эсек эремсек. Ә иң яраткан тәмле ризыгым бездә нитрот дип атала, ә икенче төрле кош теле. Говорит Брахмат, Светлана Саидова, Эльшай Ройна и Идрис Ауда, Фарин. Заказлар гына булып торсын. Рәхмәт.
Рәхим итеп, ауыз итегіз. Апарин, рахмат, Айгүл Айдарова. Бизнес леди. We'll be right back.
русское блюдо из теста с начинкой. Представляет собой обжаренную лепешку с начинкой картофельного пюре. По виду начинка кладется с одной стороны лепешки и закрывается второй, напоминает незакрытый пирог. В нашей семье это блюдо является традиционным. Ни один праздничный стол не обходится без него. Когда мы были маленькими, мама готовила его и рассказывала, что это блюдо передается из поколения в поколение. Вот и мы хотим, чтобы вы его попробовали. Приятного аппетита! Спасибо огромное! Сегодняшний конкурс проходит, конечно же, не без поддержки наших друзей. Мы благодарим и говорим большое спасибо главе администрации городского округа город Уфа Ирику Шмакаметовичу Елалову. Поаплодируем. Башкирскому государственному академическому театру драмы имени Мажита Гафури художественный руководитель Олег Захирович Ханов. Социально-гуманитарному управлению администрации городского округа город Уфа начальник Галеева Светлана Фанавиевна. Детско-юношескому телеканалу «Тамыр» Гуптырка Башкортостан директор Гульсарина Гульназ Фаритовна. Егикеевой Римме Галибаевне, директору профилактория «Родник здоровья». Исмагиловой Зухре Салаватовне, генеральному директору ГУП «Башкирские художественные промыслы» «Агидель». Также благодарим студию сценического дизайна FSD Уфа. Управление образования администрации городского округа город Уфа, Республика Башкортостан, начальник Елена Робертовна Хафазова. Благодарим Шигапову Руфину Аликову, депутата Государственного собрания Курултая, Республики Башкортостан. Благодарим Айткуловой Веру Ринатовну, депутата Государственного собрания Курултая, Республики Башкортостан, по единому республиканскому избирательному округу. Абдуллину Рамилю Исмагиловичу, директору реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в город Кумертау. Благодарим Владимира Дмитриевича Щерышева, генерального директора ЗАО «Цветы Башкортостана». Благодарим директора Шхана Халяль Шарипову Тахира Дамировича. Центр парикмахерского искусства Валентина Козловцева. Также бурные аплодисменты Федерации профсоюза Республики Башкортостан, председатель Хусаинов Марат Габдул Касимович. Мустафаева Ильшат Фазил Оглы, директор Мондиал, магазин кожи и меха. Внимание! Встречаем наших супер-мамочек, супер-моделей. Где ваши бурные аплодисменты? Артисты любят, когда их аплодируют.
башлап, һеҙгә ишеттерҙем Зөһрә Ҡотлогилдина шиғырына Юлай Өрәмбаев ижад иткән йыр «Аҡлы ҡаралы тормош» дип аталды. Хәҙер һеҙ яратып тыңлаған, һеҙ яратып йырлаған Ризван Хәкимов көйөнә Марат Кабиров яҙған йыр «Һандуғас моңа». И каждый подходит к микрофону и будет презентовать свое творение. Так, шестой номер, давайте с вас начнем. Айгуль Айдарова. Айдар Айна. Мы взяли мусор и добавили воображение. Сделала я подручные вещи, которые используются в быту. Милые добрые люди, давайте беречь и любить природу. Ведь любовь – это единственное, что женщину делает красивее, мужчину мягче, душу легче, а жизнь прекрасней. Спасибо огромное. Айгуль Айдарова. Не желаете помнить вас бить? Давай поддержим. В этом году год экологии. И в этом году также совпало то, что моя старшая дочка заканчивает
садик, и мы идем в школу. И в честь этого мы решили платье ей придумать именно такое вот вечернее платье. И корзиночка вот. Поэтому я думаю, у меня доченька очень будет рада. Поэтому надо всем соблюдать чистоту, беречь нашу природу, потому что мы живем в жизни один раз. И чтобы самая главная чистота это в нашей жизни, надо ее беречь. Спасибо и природу нашу. Практически каждый день мы выбрасываем одноразовую посуду, фантики, старые газеты. И вряд ли кто задумывается о том, что они могут получить новое применение. Изделия из старых газет – это самый уникальный способ утилизации. Результатом работы становятся красивые и оригинальные вещи, которыми можно украсить свой быт. А если работа выполнена совместно, то оно нам намного укрепляет семейные отношения. У детей развивается мелкая моторика, формируется творческое мышление, воображение, фантазии. А самое главное, решается экологическая проблема. Если будет меньше на улице мусора, станет чище воздух, тем самым оказывается благоприятное влияние на жизнь и здоровье человека. Қияш матритіп көкті айылмая, тоғыла табиғат қын сауына сұқтық. Әуілі бізден хұм, ерді бұсыратып қалдырманып, қолақтардан матур сәскелер ішерек, пластик бұтылқынан матур ваза ішерек, әм балаларға, ойнерға тоғыла бір ойынсық ішіп қойым әлі. Ай, Афарин, бік экономичный ішер керді. Құрмәлі тамашасылар. Біздің нәсіліміз бұғындан бұға келген кәсіпсілік мүнен шығыланады. Ол біздің райымдың даны аталы балақтар. Біздің үлесәйім, қайнен, әсәйім ғымыр бойы балақ ұқты. Хәм ол кәсіпті мен әрі үреттілер. Мен өзімді ұлыма, Айбулат ұлымала ол кәсіпсілікті үреттәмін. Біздің ғылғы ұстануғы ябайына, әгер дәке ғылғы ұстануғы керек болға екен, картон қарыпқыларыңызды ташыламағыз. Менге алып келеген, мен сізге қоғы құрамағын ішіліп беремін. Картон қарыпқыларынан мұна бәлекейгіні қоғы ұстануғы ішіліп, ұшынан бәлекейгіні салфеткалар ішіліп бола. Аптырап тұрмағыз, ташыламағыз қарыпқыларды, менге кетіріңіз. Рахмат, Светлана ханым. Құрметті тамашасылар, мен жұмыртқаларын баса отырған қош бұратешіленім. Біз өзімізді әбіт ұшы қоштар ғымақ, өздеріміздің балаларымызды құрсалап, бәлі қазалардан хақылап тұрабады. Табиғатты бұсыратмайыз, дүниелар имін болған, әр вақыттыға дүниелар тыныстық болған, мұғыш болмаған. Экология елі деп, иғлан етілді байыл. Табиғатке иқтибар әм, қараш өзгәрер байыл. Представляем вам супер-пупер абажур из ложек. Не простых, а золотых. Он представлен в форме ананаса и подойдет к любому интерьеру и к любой вечеринке. Вам позавидуют даже самые лучшие дизайнеры мира. Он выполнен из простых одноразовых ложек. Это доступный, дешевый, легкий для творчества материал. 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого вопроса – помочь решить проблему экологии и улучшить ее состояние. Поэтому берегите природу и любите ее. Я сделала платье из-под ручного материала. Это платье мы назвали, я назвала ее «У природы нет плохой погоды». Но дочка спорит со мной, и она мне говорит, это платье мы назовем «Я тучи разведу руками». Ну пусть будет по-ешнему, пусть будет «Я тучи разведу руками». Спасибо огромное. Аж дочку подарили. Итак, дамы и господа, нежелайте бурный аплодисмент. Перед вами выступает Гуля Усманова, Альфия Шакирова.
Абзалова. Айгуль Айдарова. Светлана Саитова. Гульшат Кемадова. Расифа Арсланова. Итак, дамы и господа, не жалейте ваш бурный аплодисмент нашим милым красавицам! Ну-ка! Давайте еще раз поддержим, поаплодируем, как вы прекрасно, элегантно встретим такую несомненную красоту на улице нашей столицы. Так и хочется спросить у вас, вы, милые дамы, счастливы? Конечно же, да. Давайте еще раз поддержим аплодисменты нашим леди. Они прекрасны. Без сомнения, каждый из этих участников достоин стать первой красавицей Гузелькай 2017.
Конкурсантки, мы вас ждем на сцене. Не жалейте овации, не жалейте бурные аплодисменты. Член жюри Ибрагимова Гульшат Ахатовна, а также приглашаем Еникееву Риму Галибаевну. Пожалуйста, номинация «Очарование». Да, диплом сейчас. Может быть, пару словечек, Рима Галибаевна? Я всегда участвую. Постоянно Гульшат Ахатовна поддерживает, потому что она человек большой души. Во-первых, вот эта вся работа, которую для детей вы делаете, я думаю, мне достаточно рядом постоять, чтобы поучиться вашим добру. В общем-то, я человек собирательный, поэтому в каждом человеке я что-то хорошее вижу и хочу, чтобы это у меня было. Вы можете быть примером для всех моих детей, всех окружающих. Такие люди рождаются в 100 тысяч один человек. Аплодисменты. Итак, номинация «Очарование». Награждается Фанзиля Зарипова. Фанзиля Зарипова, ваши бурные аплодисменты. Победителю вручается диплом конкурса «Лента победителя» в номинации «Подарок, подарочный сертификат» от ООО «Родник здоровья» и подарок от Ассоциации легкой промышленности Республики Башкортостан. Объявляем победителя в номинации «Стиль». На сцену приглашается член жюри Светлана Фанавиевна Галеева и представитель Федерации профсоюзов Дина Сабитовна Тимербаева. Добрый день, дорогие наши участницы этого замечательного конкурса. Мы скажите, мне особое удовольствие доставило сегодня участвовать в этом конкурсе. Разрешите мне от имени главы администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан Ирика Ишмухаметовича Елалова поприветствовать всех наших участниц этого конкурса, поблагодарить Гульшата Ахатовна. Я преклоняюсь просто перед этим человеком лично, значит, как и начальник управления, и как просто женщина. Я на самом деле, Гульшат Ахатовна, мы просто очарованы вашей работой, вашей жизненной позицией, да, вот такой активной, что вы действительно не оставляете никого равнодушными, поблагодарить вообще за все, что вы делаете. Вы делаете это с удовольствием, с любовью, и у вас это все получается. Отрадно, что этот конкурс уже проводится в городе 4-й год. Нам это очень нравится, и нравится присутствовать на этом мероприятии. И хотелось бы поблагодарить Гульшат Ахатовну, вручить благодарность. Прочитаете.
И вот от администрации города я хотела бы сначала, наверное, вручить каждой участнице такой подарочный сертификат на посещение Уфимского аквапарка. Поэтому мы очень рады, вы все красивые, мы очень рады, и вот я вручаю вам все сертификаты. Спасибо. Организаторы конкурса, уважаемые жюри, уважаемые партнеры, уважаемые гости, дорогие участницы этого светлого, многогранного конкурса праздника. Федерация профсоюзов Республики Башкортостан – это социально ориентированная общественная организация, которой уже более 100 лет. Мы проводим различные социально значимые мероприятия, поддерживаем их проведение. И с организацией «Материнское сердце» мы уже сотрудничаем четвертый год. И позвольте мне сегодня выразить слова благодарности очаровательной, неповторимой Гульшат Ахатовне и ее команде, членам жюри за их объективную оценку выступления участниц, партнеров за их поддержку. И, конечно же, поблагодарить особые слова благодарности этим смелым, неповторимым, многогранным, прекрасным участницам. Спасибо вам за то, что вы несете свет, что вы щедро делите своей добротой, своей любовью к семьям и делаете людей вокруг еще более счастливыми. Мира вашим семьям. Спасибо. Итак, победителем номинации «Стиль» становится... Победителем в номинации «Стиль» Гульшат Гимадова. Гульшат Гимадова. Город Уфа. Спасибо большое. Для награждения победителя в номинации «Артистизм» на сцену приглашается Айткулова Эльвира Ринатовна. Также приглашаем Баймурзану Зилю Галимьяновну. Пожалуйста. Хэрликен хурматли достар. Бетегле узерден катнашу соларойсен элебик. Кайгрыпта топын лаунта утраларды. Аммелекин мэна эшу сахнага сыпкан катын кыздар. Бетегле юусы дип. Бен ханарине вэт шулай бит. Бетегле юусы. Добрый день, дорогие друзья! Действительно, красота спасет мир, и, наверное, это актуально, когда от матери требуется красота, не только внешняя, красота в поступках, красота в воспитании. И то, что мы сегодня увидели на сцене, тот праздник, который вы сегодня нам всем подарили, спасибо вам огромное. И, конечно, хочется пожелать вам всем участницам, независимо, какими будут сегодня итоги голосования жюри, чтобы тот труд, который вы вкладываете в своих детей, те мечты, которые вы с ними связываете, обязательно сбылись. И в то же время вы не забывали, что кроме материнских каких-то функций, да, у нас есть чисто женские. Радовать мир, радоваться самим этому миру. Поэтому хочется пожелать вам успехов, счастья. Ну и организаторам конкурса большое спасибо, потому что действительно делают большое дело во благо, наверное, всех. Не только тех, кто сидит в этом зале, но и тех, кто сегодня сидит у себя по домам. Потому что действительно, только объединяясь, только говоря друг другу слова поддержки, доказывая каждый день, что мы способны на большее, мы делаем и мир лучше, и ставим себе новые цели. С праздником! Весна начинается с гузелькой. Спасибо. Спасибо, Леонидовна. Итак, номинация «Артистизм». Самой артистичной сегодня признана Светлана Саитова. Светлана Саитова! Альшевский район! Искренне поздравляем! Рафаэль! Для награждения победителя в номинации «Грация» на сцену приглашается член жюри Зульфия Кудашева. Бритися гудяти в драмке. Я с огромным удовольствием хочу поздравить мамочек. Это супер мамочки.
Аплодисменты. И в номинации «Грация» побеждает... Регина Абзалова. Дурахмат, спасибо. Итак, для награждения победителя в номинации «Элегантность» на сцену приглашается член жюри Рушания Мусабировна Бадретдинова и Валентину Николаевну Козловцеву приглашаем. Хочу всех поздравить с огромным праздником. Сегодня действительно у нас великолепный. Вас, дорогие женщины, вы у нас очаровательные, красивые, умные. Ну и всех остальных присутствующих гостей. Спасибо за праздник. Спасибо. Я тоже хотела присоединиться к такому трогательному празднику. Несмотря на все трудности, женщины остаются такими красивыми и, главное, любимыми и любят своих детей. Мне кажется, это самое главное. Спасибо. Итак, номинация «Элегантность» побеждает... Разифа Арсланова. Номинация «Элегантность». Победителю вручается диплом конкурса «Обеда победителя». Номинация «Подарочный сертификат» от ООО «Родник здоровья» и подарок от Бадретдинова Рушана Мусабировна. И, конечно же, цветы. Аплодисменты. Для награждения победителя в номинации «Симпатия» на сцену приглашается председатель жюри Гульсарина Гульназ Фаридовна. Я от всей души поздравляю всех с таким событием, потому что сегодняшний конкурс – это не просто конкурс, это не просто культурное мероприятие, а это поистине событие, потому что сегодня перед нашими глазами были женщины, которым нужно при жизни ставить памятники. Это удивительные, красивые, умные, цельные, трудолюбивые, очень добрые, жизнерадостные женщины, которым можно восхищаться бесконечно. Я думаю, что сегодня все 8 участниц достойны гран-при, но конкурс есть конкурс, гран-при еще впереди, а мы чествуем настоящих победителей в разных номинациях. Итак, номинация «Симпатия». Диплом победителя в номинации «Симпатия зрителя» вручается Айгуль Айдарова. Айгуль Айдарова! Номинация «Симпатия». Айгуль Айдаровой за ее замечательное выступление, за ее группу поддержки я выражаю свое личное восхищение и вручаю свой маленький личный приз. Для награждения победителя в номинации «Эрудиция» на сцену приглашается член жюри Нурия Забировна Саликова. Также приглашая Исмагилову Зухру Салаватовну. Очень рада, что добрались до завершающего, самого волнительного момента. Очень тяжело было сегодня судить, как и каждый раз на этом празднике, потому что все замечательные, красивые, такие талантливые. Хочется всем дать действительно гран-при. Спасибо вам большое за такое яркое мероприятие. Ждем вас снова на этой сцене. Всяческих вам успехов и новых побед. Спасибо. От имени Зухры Салаватовны поздравляю вас всех с таким прекрасным.
прекрасным днем. Оставайтесь всегда такими же милыми, красивыми, счастливыми и, конечно же, любимыми. Мирного неба вам над головой, счастья вам, девочки. Итак, номинация «Эрудиция». Оберите, пожалуйста. Кто же у нас побеждает? Номинация «Эрудиция» побеждает Альфия Шакирова. Альфия Шакирова! Обладательница номинации «Эрудиция» в конкурсе «Гузарькай 2017». Ваши бурные, несмолкаемые аплодисменты! Спасибо огромное. Ну, а у нас приближается минут, когда мы увидим победительницу нашего конкурса. И для награждения нас он приглашается. Идейный вдохновитель и организатор данного конкурса, автор проекта Гульшат Ахадовна Ибрагимова. Пожалуйста. Волнуюсь, как наши участники говорят. Пару слов, наверное, скажу. Четвертый конкурс. Наш творчество, наших мам красивых, таких умных, талантливых свершился, я думаю, да? Вы со мной согласны? Огромное спасибо нашим мамам. Мамам таким добрым, активным. Несмотря ни на что, они на несколько дней, не ночь, не столько на несколько дней, месяц, наверное, готовили, да? Забыли свои заботы, забыли свои хлопоты и готовились. Огромное спасибо нашим главной администрации, кто там у нас, всем помощникам, это общественные организации района, все так вот, Учеринский район, 15 человек приехало, Кивинский район, то ли 25, то ли 30 приехало, Кивинский район, они уже за неделю, за них переживала вся, весь район, там кто только и всем огромное спасибо, всем огромное спасибо всем нашим помощникам, друзьям, с членом Совета матерей. Я вам всем говорю, вот мамы, мамы детей-инвалидов города Уфы сделали праздник для мам Республики Башкортостан. Огромное спасибо администрации города, всем нашим друзьям, кого вот мы назвали нашим бардрамом, любимым друзьям. Всем, кого мы назвали выше, депутатом Курултая, Исмагил Зухри Салаватовна за то, что нам красивые вещи этот подарил и дал попробовать делать дефиле. И Мандиалу всем, и вот вкусняшками всеми. Рима Грибаева приютила наших мам. 2 дня они там отдыхали, готовились. И также за призы такие. Огромное всем спасибо. Низкий вам всем поклон. Спасибо огромное. Итак, мы готовы объявить победительницу конкурса «Гузарькай 2017». Им становится... Гуля Усманова! Гуля Усманова! Вот она, наша победительница конкурса красоты и таланта «Гузарькай 2017». Победителю вручается диплом конкурса и подарочный сертификат на отдых в санатории. Гран-при победителя «Гузарькай», нашу прекрасную участницу Гулю Усманову. Невинский район, где ваши несмолкаемые бурные аплодисменты? Если есть что сказать, пожалуйста. Уважаемые зрители, пожалуйста, извините меня.
Нормально? Извините, пожалуйста. Спасибо всем. Спасибо огромное, большое спасибо. Гульшат Ахатовна, мы приезжали в БУН конкурс. Мы очень рады. Мы ждем этих конкурсов, этих конкурсов. Спасибо большое. Извините, пожалуйста. Спасибо огромное. Гуля Усманова. Ну вот теперь, белые дамы, всех вас давайте приглашаем на коллективное фотографирование. Всем желаем, чтобы всегда оставались такой же красивой, элегантной. И никогда, чтобы не унывали. Доставайте фотографии, пожалуйста. Фотографирование на память.